на своего помощника косыночку. 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 Давайте поаплодируем. Полюбуемся. Смотрите, Александр, ну, у нас поступил очень галантно. Да, все даем позволять, чтобы она все аккуратно выполняла. Так, ну как же не... Так, здесь у нас переход хода, да? Нет, а давайте Антону мы все-таки... Антон, выручай! Че я? Сиди, дай что-нибудь понимать. Нет, подождите. Антон. Ну, тебя и так публика любит, а сейчас еще больше ты любим станешь. Ну, давайте поддержим, посмотрим. Так, вторая у нас будет бандана, поэтому мы сейчас платочек уже повязываем. Понимаете, когда узелочек у нас должен быть на затылочке с вами. Так, как бандану уже, как бандану. Пробуйте постараться быстрее. Так, Александр справляется, у нас видим. Так, ну вот уже, смотрите, как Николай-то у нас уже воспрял. Ему уже, его больше уже так устраивает, да? Ну и здесь как у нас Виктор просто, да, восхитительно сейчас смотрится абсолютно. Ну а здесь-то, как это, Абдулла. Так, ну, молодцы, с этим у нас. И пара веселее мы подсвежим из зала. Аплодисменты. Люблю веселый ветер, когда фонарики горят. Один, два, три, и цифра два. И цифра два. Смотрим, как нужно повязать, и посмотрим, кто быстрее у нас справится. Итак, скорее. Так, Татьяна Ивановна, видим. Светлана, отлично. Но первая у нас здесь. Справились. Так, Татьяна, так, отлично. Людмила, Лера. Все успели? Так, видимо, я не успел наблюдать, да, за кем, кто восстающий у нас. Продолжаем, танцуем! Годы катятся, мы не торгуемся, к чему не нужно. Коля, а если присядку, присядку, давай, попробуем. Давай обнимемся, да поцелуемся, а если... так, что кругом еще. Голова. Давай обнимемся, да поцелуемся, да так, что кругом. Отлично. Голова. Возвращаемся. Давай, дружок. И цифра. Цифра один, скорее. Так, это уже косыночка, насколько мы помним. Так, ручки уже начинают работать, уже крутит узелок. Здесь видим, здесь есть у нас узелок. Один чуть-чуть не успели, поэтому возвращаемся на места. Делаем передышку. Людмила, приглашаю вас пока в зал. Платочек я вас забираю. Улыбайтесь, к сожалению. Танцуем. Николай, веревочку делай. Супер! Цифра три, кстати! Цифра три, скорее! Так, танцы. Здесь и есть. Лера успела. Татьяна успела. Саша успела. Ну, чего же так? Так, ну... А здесь повязывают по всем правилам, да? По всем канонам, чтобы, да, чтобы был на узелочек такой, какой нужно. Так, ну, Николай, сами понимаете, я никак разыграть не могу. Пока удалить. Поэтому продолжаем еще. Думал я жениться на 17-м году, да дело-то не клеится. Ну ладно, цифра один вновь. Цифра один. Так, ну и вот сейчас уже наблюдаем за всеми, кто же покинет наше состязание, наше соревнование. Так, Татьяна, к сожалению, чуть-чуть не успели. Ничего страшного, присаживайтесь. Продолжаем, и цифра. Как Лера успела. Коля, вы все-таки вы. Так, ну, вы можете остаться вне конкурса. Танцевать все-таки кому-то надо так вот умело, да?
Так цифры два уже. Как и? Где же у нас бандана? Есть? Здесь? Светлана, кому-то нужно, да, выбывать из игры. Виктор, вы нас тут надолго, но далеко не покидайте. Спасибо. Так, ну и цифра. Один знак. Так что не пара у нас остается. В середине кто же будет самый первый, самый ловкий? Ну что, спасибо, были вы, спасибо, Лера. Отправляемся. И цифра два. И цифра два уже. Слушайте, вы как синхронно уже это делаете. Я, даже я не успеваю за всеми наблюдать. Один. Ну сейчас. Кручу Итак, хорошо, и так сойдет. Самое главное, как, чтобы хорошее настроение, да, присутствовало. Но тем не менее, спасибо. Здесь у нас ловчие оказались. Три. И тоже. Ну и... Нет. И аплодисментами мы... Ну чё ж, а там его там закрутили? Обе пары победили у нас. Нам аплодисменты победителям самых, обладателям самых умелых. И самое главное, вот так, на бис. Конкурс у нас с легкостью перейдет в другой. Посмотрим, у кого тянет самый заводной. Так, но вы здорово с этим справляетесь также, да? Но давайте мы сейчас, скажем так, ваш следующий батл уже оставим, поставим на паузу. Мы вас ненадолго, ненадалеко отпускаем, но после этого обязательно вас вернем. Да, хорошо? Ожидания и капризной судьбы обещания, но любовь задержалась в пути, ведь нам.
нам друг друга так сложно найти. Золотой озорной, как ветер в поле, мое сердце рвется, птицы на волю. Я лечу за тобой, не знаю преград, словно юность ко мне вернулась назад. Получается, да? Здесь буквально, ну, вровень. Ножка в ножку. Вот сейчас уже. Поехали. Девки гуляют, там они Машка родная, дай воды холодной. Сердце мое так и кидает жар. Раньше я гуляла в зеленом саду. Думала, на улицу вверх не пойду. Раньше я гуляла в зеленом саду. Достаточно, да? То есть мы увидели задорный танец в исполнении команды под названием «Танк». Ну и сейчас посмотрим, какая готовность у нас от команды под названием «Танк». Они немножко так в отрыве. Вперед! Каждый
положить на свою сторону зрителей. Этот мотив простой, только для нас с тобой. Снова в душе звучит, небо летит. Сердце стучит, спасибо. Значит, я спасибо. Показывайте движение своей команде, а не повторяйте за вами. Поехали вперед. Поддержим мою команду. Над морской тишиной, над крутой, над волной, две вечерние дороги, две судьбы, и одна из них зовет через волны на восход, а другая тянет к дому, снова в порт меня зовет. Дома долго мне нельзя, сердце бросится в моря, посмотреть, как в океане начинается заря, но как только горизонт белый берег зачеркнет, меня снова тянет к дому, снова порт меня зовет. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Мне не хочется это останавливать, но тем не менее приходит. Но наши блистатели, наши сегодняшний участник Татьяна Валова ждет! Спасибо огромное! Ну а вместе с вами сегодня вот этот вот праздничный тон создавали Александр Свиридов! И в центр! Фаиночка наша! Душа компании! И, конечно, наш обворожительный Юлия Дмитрий. Распустил черемуха, нарядил с невестою. На душе неспокойно, да, не найду себе места я. Расскажу я черемухе, как влюбился я по уши. Хорошие, не на общий фон, а всех дружнее, на общий фон, а теснее друг к другу. Ты надел, к нам, теснее, к нам, Ванечка, играем. Сначала фот, потом все остальное. Нашему отдыху. Ура! 3-4! Ура! А вот теперь хороводы. В центре. Гуслеры в центре. За ручки друг друга. Любовь моя первая от боли не забудется. Мне сейчас хорошо с тобой. А потом вот что сбудется. Оливочка, почему не черемуха белая, сколько бед ты наделала. Ах, любовь моя смелая, сумасшедшей была. Ароматом дурманила. Дмитрий с нами. Запаранила. Юрчик с нами. Знала заранее. Это только я. А ты к нам уже. Никак. Александр, к нам. И поехали.
встречи был.